В районе почтили память героев пожарных, погибших в огне. Жители Кировского района в 40-й раз приняли участие в легкоатлетическом пробеге. За победу боролись более 2000 спортсменов. Сильнейший на дистанции в 5 километров. Учащиеся школы и студенты бежали 500 метров. В конце пути Денису Бручикову удалось обогнать своих соперников и пересечь финиш первым. Молодой человек считает, легкоатлетический пробег – это прекрасная возможность отдать дань уважения пожарным. Бег и физические упражнения нагружают твое тело, твой разум и твой моральный дух. Так же, как и у пожарных, их работа всегда связана с опасностью, напряжением их тела и разума. Следом за бегунами с проспекта Стачек на улицу Швецова повернула колонна пожарной техники. Это не музейные экспонаты, а автомобили, которые сейчас стоят на вооружении спасателей. По окончании парада отличившимся за время службы огнеборцам вручили награды и благодарственные письма. Это сама по себе профессия для сильных, смелых, добрых людей, способных к самопожертвованию. Что и происходит, мы знаем. Продемонстрировали пожарные не только технику, но и свою работу с ней. Самая горячая часть выступления началась, когда вспыхнул автомобиль. Несмотря на то, что пожар произошел условно, все действия спасателя отработали как в реальной жизни. А вот с тушением дома пожарным помог специальный робот «Шурик-2». Он работает там, где не могут люди.